Так, здорово, это у нас Command Conquer Rivals. В общем-то, давай посмотрим, что за стратежка-то интересно. Враг собирается использовать ядерную ракету, мы не можем этого допустить. Что? Боевая единица готова. Будет сделано, генерал, нужно выдвигаться к пусковой площадке. Косни стрелков, чтобы их выбрать. То есть пока один двигается, не могу я вторым. Атакуйте врага стрелками. Так, пока вы контролируете площадку, будет заполняться шла ракета. Только она заполнится, произведет запуск ракеты, она уничтожит врага. Ну, посмотрим, что это за... Оп, блин. Огненный танк, мы не справимся с ним без подмоги. Боевая единица потеряна. Боевая единица потеряна. Когда контроль над ракетой приходит противник, шкала ракеты не обнуляется. Сохраните контроль в последний момент, чтобы победить. Боевая единица готова. Линия прибыли, отлично. Давайте вернем контроль над... Ready for action. Даже поюлозить никак не могу. Reporting. Так, выделяется, конечно, они как-то очень тормозит игра по выделению. Это не очень приятно. Ну ладно, это пройдем ахинею. Подожди, последний момент, я и посмотреть, если ничего не могу. Сидим, пялимся, как дебил на ракету. Have some fun! Awaiting orders. They don't stand a chance. Ready for action. Mammoth migrating. Ну ладно. Спорная территория, да? Ракета запущена. База противника уничтожена. Да, это Command Conquer, какое-то, не знаю, подобие, пародия, что. Ну, посмотрим, как это вообще выглядит все. Пока это выглядит, мягко сказать, скудно. Так, играть ГСБ. Так, у вас достаточно кредит, чтобы улучшить боевую единицу. Мы чуть-чуть занимаемся улучшениями боевой единицы. Прекрасно. Боевая единица обучена. Боевая единица обучена. Ладно, следующая миссия. Сначала добавьте новую боевую единицу. Riflemen, lead the way! Missiles ready to launch. Let's get them! Установка контроля над полем боя. Давай посмотрим, что эта игра из себя вообще, в принципе, представляет. 3, 2, 1. Получена новая миссия. Знаете, я... Что-то немножко не понимаю кое-чего другого. Здание активно. И это все. Боевая единица готова. Не, народ, вы извините, но я в такое играть вряд ли буду. Это. Awaiting orders. Let's go.
Боевая единица готова. Здание активно. По-моему, перебор уже просто по всем фронтам. Так, каждая боевая единица является одним из типов. Ну, круто. Это что, все миссии будут? Мы тут будем ядерную ракету сторожить, как идиоты? Боевая единица готова. Боевая единица готова. Supporting. Moving out. Missile squad standing by. It's on the move. Yes, sir. Missile away. Got it. Awaiting order. Give him hell. Moving out. Да господи, переключайся-то ты вовремя, дятел. Боевая единица готова. Ядерная ракета запущена. Ну ладно, сейчас посмотрю следующую миссию, но если эта миссия будет точно такая же, я, конечно, извиняюсь. А в такое, в принципе, убожество стыдно играть. Да заткнись ты, который мне подсказчик хрена. Боевая единица готова. Боевая единица потеряна. Боевая единица потеряна. Opening fire. Scouting. Yes, sir. Missile. Ready, missile. Боевая единица потеряна. Это убого, насколько только возможно. You got it. Боевая единица готова. Да убери ты эту хероту. Господи, как же вы надоели мне этими подсказками. Ядерная боеголовка запущена. Боевая единица потеряна. Миссия выполнена. Я-то думал, здесь хотя бы будет хоть что-то. А вот это вот... Да все, заканчивай. Мне это уже не интересно. Следующую миссию посмотреть. Хочу посмотреть следующую миссию. Боевая единица обучена. Уровень боевой единицы повышен. Боевая единица обучена. All right, let's do this. То же самое будет. Установка контроля над полем боя. У этой игры, если я не ошибаюсь, 5 миллионов скачиваний. Я могу сказать... Получена новая цель. Ну, я не знаю, народ, это на любителей. Я вот в такое как бы играть не очень горю желанием. С одной стороны, конечно, прикольно, но... Духа Red Alert'а здесь или Command Conquer'а вообще нету. То есть веселой музыки боевой. Даже нету. Ну, это, конечно, немножко печально. Ладно, я такой вот обзор сделаю, скорее всего. Нет, к сожалению, это не то, что я вообще примерно рассчитывал. А
Ну, конечно, стратегия выделяется какими-то свойствами, но она убога, если честно. Всем удачи, всем пока.